Так. Да, всех приветствую. Добрый вечер. Правильно ли я понимаю, что мы уже можем начинать и что меня слышно? Может быть, кто-то в чате от лица всей аудитории как-то отреагирует на, например, характер связи? Да, мы можем начинать. Ну хорошо, тогда так, да, тогда несколько таких вступительных слов. Ну, во-первых, я представлюсь. Меня зовут Илья Калинин. Я преподаю в двух университетах нашего города, я имею в виду Петербург, в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете свободных искусств и наук и в Петербургском кампусе Высшей школы экономики. Тема нашего сегодняшнего разговора, в общем, мне, с одной стороны, давно знакома и близка. Свою кандидатскую диссертацию в начале нулевых годов я защищал именно по утопии, утопическому мышлению, вообще жанру литературной утопии, ну, на материале, прежде всего, русской литературы. С тех пор, ну, я регулярно возвращался к этой теме, хотя она так и осталась теперь уже для меня овеянной в каком-то смысле такими ностальгическими оттенками. Надо сказать, что вот это соотношение утопии и ностальгии, которое изначально было совершенно не характерно для утопии. Как мы понимаем, утопия все-таки связана в большей степени с будущим, чем с прошлым. Утопия представляет собой некий порыв к какому-то иному, лучшему будущему, какой-то иной лучшей реальности. Но вот то, что произошло с утопией и утопическим мышлением за последние десятилетия, заставляет говорить о ней все больше и больше в терминах ностальгии, в терминах воспоминания, в терминах возвращения к какому-то времени, когда вот это будущее, в том числе утопическое будущее, было актуальным горизонтом исторического движения. Вот посмотрите, это даже очень характерно для той выставки южнокорейской художницы Ли Бул, в рамках которой, собственно, сегодняшняя лекция и происходит. Не знаю, все ли уже из здесь присутствующих эту выставку посетили. Тем, кому нет, рекомендую это сделать. Действительно, очень интересная выставка. Но даже если, посмотрите, обратиться только к ее названию «Утопия спасенная», то в этом названии можно увидеть тот сдвиг, смысловой, концептуальный сдвиг, который произошел с самим феноменом утопии и самим типом мышления, которое обозначается как утопическое, да, утопическое мышление или утопическое воображение, поскольку с момента своего возникновения, неважно, отнесем ли мы ее к XVI веку и собственно, книге Томаса Мора «Утопия», с которой начинается история самого этого понятия, самого этого слова «утопия», или мы обратимся к еще более отдаленным временам, скажем, к эпохе античности и к творчеству Платона, у которого в диалогах государства и законы мы можем как бы обнаружить уже развернутое построение, которое мы могли бы квалифицировать как утопическое, да, то есть построение, связанное с описанием идеального государства, идеального общества, идеального полиса, да, града, города. Так вот, вот эта вся утопическая традиция, которой больше 2000 лет, если мы все-таки отсчитываем ее, начиная с Платона, сама рассматривала утопию как
ну, как принцип спасения, или как ее обозначал такой немецкий философ, социальный мыслитель Эрнст Блох, принцип надежды. Да, то есть, собственно, вот в утопии и концентрировалась надежда человечества на, ну, в каком смысле, на спасение, да, на лучшее иное будущее. То вот теперь мы находимся в той точке, когда сама утопия, которая когда-то обещала нам спасение, сама нуждается в этом спасении. Да? Вот это название «Утопия спасенная», она смотрит на, как бы обозначает утопию не как некий мощный, как бы заполненный каким-то таким всепобеждающим социальным потенциалом инструмент преобразований, да, вот утопия как такой, ну, действительно, рычаг, с помощью которого мы можем изменить мир. Наоборот, утопия начинает мыслиться как что-то хрупкое, что-то нуждающееся в защите, опеке, заботе, собственно, нуждается в спасении. Вот некое послание, да, и пафос выставки южнокорейской художницы Ли Бул «Утопия спасенная», она, по сути, и обращает наше внимание к тому, что утопия есть нечто, что нуждается в нашей заботе, как я уже сказал. Да? Ну, для Ли Бул, вот это я сейчас уже обращаюсь к тем, кто выставку посетил, в этом смысле, естественно, обращение к эпохе модернистской утопии, там, русского конструктивизма, вообще да, русского советского авангарда конца 10-х, 20-х годов, как времени, которое было, ну, просто насквозь пронизано, да, этим утопическим порывом вперед. Да, можно вспомнить тут и название романа Валентина Катаева «Время вперед», да, которое, собственно, самим своим этим темпоральным, этой темпоральной модальностью, да, опрокидывает читателя в будущее, да, вот, говорит о возможности того, что время находится во власти человека, да, и мы можем нашим каким-то совместным коллективным усилием это время ускорить, да, вот, направить его вперед, то по прошествии вот, ну, 100 лет, которые отделяют нас, ну, 100 чуть меньше, да, 190 лет, которые отделяют нас от этого модернистского утопизма 20-х годов, характерного не только, конечно, для Советской России, хотя, конечно, здесь она выступает в качестве такого, да, передового отряда человечества. Вот за эти годы утопия этот свой потенциал в значительной степени растратила, репутацию свою в значительной степени, ну не то что подмочила, но эта репутация оказалась испорченной. Мы поговорим еще о том, почему. И вот в данный момент, в данной точке, в которой мы находимся, сама утопия, как вот эта вот надежда на лучшее будущее, как бы находится в прошлом. И вот мы вынуждены возвращаться в некую точку прошлого, где будущее было, и попытаться из этой точки вновь помыслить это будущее. Тут можно вспомнить, ну, такую довольно известную фразу, высказывание американского философа, неомарксиста Фредерика Джеймисона, который в своей книге, которая тоже, в общем, самим названием уже говорит нам о том, что этот, как бы, эта диалектика утопии ему близка, книга называется «Семена времени». Так вот, Джеймисон в этой книге пишет: «Сегодня нам легче представить тотальное разрушение Земли и природы, чем разрушение позднего капитализма». Что это значит? Это значит, что нам проще представить катастрофу, вот природную,
природный катаклизм, природный апокалипсис, естественно, связанный с какими-то техногенными, да, лежащими в человеческой жизнедеятельности причинами, чем, что значит разрушение позднего капитализма, чем некий иной социальный порядок, социополитический или социокультурный порядок, который отличался бы от того, в котором мы сейчас существуем, то есть того самого позднего капитализма. Иными словами, мы оказываемся не способны вообразить себе будущее, несоизмеримое с настоящим. Да, мы как бы находимся, вот что такое тоже поздний капитализм с точки зрения этой аналитической оптики. Это такой круговорот товаров на рынке, который предполагает скорее количественный прирост, количественное улучшение, нежели качественный скачок. Да? После там, 9-го айфона появляется 10-й, после 11-го появляется 12-й. Различия в этих товарах, повторюсь, носят количественный характер, хотя каждый раз презентация условно нового товара пытается предъявить его в качестве революционного качественного скачка, что, конечно, есть лишь рыночная маркетинговая уловка. Вот. Именно поэтому, и я уже это говорил применительно к, в том числе, выставке, которая сейчас идет в Манеже, и возникает этот спрос на вот то прошлое, в данном случае конструктивистское прошлое, которое этим будущим было как бы чревато, да, наполнено, которое все было пронизано ожиданием, причем очень скорого наступления этого будущего. Но тут проблема, к которой, я думаю, еще будем возвращаться на протяжении сегодняшнего разговора, действительно состоит в том, что вот это воображение некого иного будущего, если оно выстраивается через эту фигуру возврата к прошлому, оно как бы намагничено и пронизано вот какими-то интонациями, звуками и эхом этого прошлого. Да? То есть получается, что даже тогда, когда мы в данный момент пытаемся это будущее себе вообразить, мы его воображаем через модальность воспоминания, что, в общем, уже сразу неким таким внутренним фундаментальным образом подрывает этот самый утопизм, как все-таки способность вообразить себе свое собственное будущее, да, причем, повторюсь, лучшее будущее, а не возвращаться к каким-то уже имевшим место в прошлом утопическим проектом и вдохновляться именно ими. Да? Ну вот, давайте, прежде чем снова вернемся вот к той проблеме отношений с утопией, перед которым стоит современное общество, да? Современная культура, современная политика. Давайте, довольно, конечно, пунктирно, неизбежно, точечно и бегло попытаемся, пробежаться, что ли, да, через ту утопическую традицию, которая уже имеется в нашем культурном багаже и, как я сказал, насчитывает две с лишним, можно сказать, грубо, 2500 лет, если мы отчитываем ее истоки с Платона. Смотрите, у Платона мы обнаруживаем сразу два утопических, что ли, проекта, да, или два описания утопии. Одно он дает в своем диалоге государства. Это, собственно, описание вот того идеального города, во главе которого стоит философ. Об этом немножко позже. А другое, наверное, нам даже лучше знакомое, потому что это понятие, в общем, растворилось в таком культурном бессознательном и в современной массовой культуре.
не только современной, в общем, в такой, я бы сказал, массовой культуре, начиная с эпохи Ренессанса, я говорю об Атлантиде. Да, конечно, всем нам хорошо известном как бы месте, да, располагающемся, если верить Платону, за Гибралтарским проливом, да, в Атлантическом океане, ну или за Геркулесовыми столбами, как это описывает Платон. И вот что любопытно, да, вот эта Атлантида, мы знаем, что она была разрушена разгневанными богами, там, Посейдоном, и тоже еще один любопытный момент связан с тем, что мы воспринимаем Атлантиду как некое, ну, как бы образцовое, ну, государство, как то, что Платон предъявляет в качестве вот образа некого былого утраченного могущества, изобилия, благополучия и так далее. Хотя, если мы обращаемся к первоисточникам, то есть к диалогам Платона Тимей и Критий, где, собственно, эта история об Атлантиде и рассказывается вот в диалогах между платоновскими персонажами, то мы увидим, что для Платона Атлантида есть, наоборот, негативный образ, который он противопоставляет Афинам. Афины – это полис, который основывается на такой, как бы, гражданской добродетели, на умеренности, неком таком внутреннем самоограничении, можно сказать, аскезе. Это вот такой действительно идеал гражданской скромности и равенства, в то время как Атлантида – это действительно такое сверхизобильное, могущественное государство, у власти которой стоят цари, и которое, и это государство носит такой экспансионистский характер. Располагаясь на острове, и это будет важно потом для всей утопической традиции в будущем, располагаясь на острове, являясь морской державой, Атлантида претендует на мировую гегемонию. Атлантида претендует на расширение своих границ. Вот, вероятно, именно вот эта экспансионистская энергия, которую Платон вкладывает в описание этой Атлантиды, и является для него главным аргументом за то, что, ну вот, выражаясь уже языком Сципиона Африканского, из римской истории, который, помните, повторял постоянно в римском сенате эту фразу «Карфаген должен быть разрушен», вот этот экспансионистский характер Атлантиды говорит за то, что Атлантида должна быть разрушена, боги должны разгневаться, и этот могущественный остров государства должен быть погребен под толщей воды. Почему? Потому что... И это будет вот тоже такой, как бы, сквозной линией нашего разговора, точнее того, как утопия мыслит свой социальный идеал, несмотря на то, что мы, конечно, знаем множество различных утопических образцов, различных утопических проектов, которые друг от друга в деталях значительно отличаются. Естественно, от эпохи к эпохе культура моделирует образец по-разному, исходя из тех условий, из того исторического контекста, в котором находится автор данного утопического проекта. Но, что любопытно, что мы можем выделить уровень, который лежит, ну, как бы, глубже этих различий в деталях и указывает на некие фундаментальные сходства, которые лежат в основе утопического мышления как такового. Вот одним из этих принципов построения идеального общества, идеального града, вот этого полиса или государства, является его замкнутый характер. Если мы обратимся к всем тем утопическим текстам, которые мы знаем, мы увидим, что этот вот утопический идеал всегда замкнут внутри очень четко определенных границ. Именно поэтому утопия, ну, даже если мы вспоминаем и вот эту каноническую образцовую утопию Томаса Мора, который, повторюсь,
собственно, и дал название этому типу социального воображения. Утопия – это остров. Остров, который отделен от остального пространства, понятно, очень четкими географическими границами, да, собственно, вот морем, океаном, водой. Если это не остров, значит, это, опять же, город, который окружен высокими стенами. Да. В общем, каждый раз для того, чтобы построить этот стройный, строгий, геометрически гармоничный идеал, этому типу мышления или этому типу воображения требуется четкое обозначение границ. Да, потому что, опять же, гармония и вот это вот как бы идеальное соотношение частей друг с другом в принципе возможно только внутри четко ограниченной системы. И вот тут как раз Атлантида, которая, ну вот, давайте я вам тут покажу несколько изображений. Так, да, несколько, да, изображений Атлантиды. Вы видите тоже кто-нибудь, вот дайте знак, что мой экран вам виден. Да, ну, в общем, видите, да, вот это старинное, ну, эпохи Ренессанса изображение Атлантиды, да, значит, вот это круглое, да, в виде круга такое, да, пространственное образование с, можно тут, вот я говорил уже, да, что Атлантида также и для там, современной поп-культуры оказывается таким, да, регулярно востребованным образом. Ну вот, да, посмотрели, сейчас останавливаю экран. Значит, Атлантида, с одной стороны, вот имея этот сейчас тут я чат просто. Да, экран виден, да-да-да, все. Хорошо, да, кстати, если какие-то будут вопросы по ходу, ну, как бы разговора, вы можете их задавать сразу. Если я замечу эти вопросы, то я попытаюсь ответить на них, ну, как бы прервав основную линию. Если нет, тогда к этим вопросам вернусь в конце нашего разговора. Так вот, значит, вроде бы самой природой, будучи помещенной на остров, да, Атлантида имеет все преимущества вот этого замкнутого на себя существования. Ее, вот повторюсь, этот такой имперский, как бы мы сказали сейчас, экспансионистский, ну да, милитаристский характер подрывает вот эту законченность утопического идеала, который, казалось бы, вполне мог быть присущ этой Атлантиде. Вот еще тоже одно важное понятие, один важный как бы критерий, да, это законченность. Согласитесь, то, что постоянно расширяется, не носит законченный характер. Да, оно находится в процессе, в то время как утопия предъявляет нам некий завершенный идеал. В этом смысле утопия, если тут вспомнить какие-то грамматические времена, утопия существует в перфектной форме. Тоже, кстати, вот этимология прекрасная вещь. Да, что такое перфектная форма? Это одновременно совершенная форма, совершенство, знак совершенства. С другой стороны, это завершенная. Да? Завершенная форма. В одном из диалогов Платона Сократ говорит следующее. Совершенство не знает изменений изнутри, потому что изменение совершенства есть порча. Довольно простая мысль, с которой трудно не согласиться.
Да? Эта логика тоже по-своему совершенна и завершена. Если мы достигли идеала, значит, мы достигли конца истории. Мы не можем, ну как бы и не должны двигаться дальше, потому что идеал уже достигнут. Если мы будем двигаться дальше, это будет означать лишь как бы внутреннюю деградацию этого идеала. Вот жертвой этой деградации могущества и совершенства стала Атлантида, которая попыталась подчинить себе все окружающие страны и народы, вот и наткнулась как раз на Афины, которые в описании Платона есть вот этот град, полис с четко очерченными границами. Но что любопытно, что оказавшись разрушенной, погрузившись вот на морское дно, Атлантида потом на вот протяжении 2000+ лет своего, ну, можно сказать, загробного, да, или подводного существования, она превратилась, тем не менее, в некий образ, некий как бы символ какой-то социальной альтернативы, да, какого-то утопического идеала. Именно вот исчезнув с человеческих глаз. Да? Если мы, ну вот просто уж текстом, который, наверное, большинство читали в каком-то подростковом возрасте, вспомним Жюль Верна «20 000 лье под водой», и там мы опять встречаемся с руинами Атлантиды, по которым капитан Немо в скафандре, да, водит профессора Аронакса. И, конечно, появление Атлантиды в этом тексте Жюль Верна носит не случайный характер. И это не просто потому, что если мы имеем роман, где большую часть его объема герои плавают под водой, то, конечно, уж находясь под водой, они должны рано или поздно наткнуться на обломки Атлантиды. Это как простой аргумент того, почему там возникает этот мотив Атлантиды. Более такой глубокий, фундаментальный аргумент, почему он там возникает, связан с тем, что мы же понимаем, что этот роман носит не только приключенческий характер, но и политический характер тоже. Да? У капитана Немо есть своя программа, так сказать, политической антиколониальной войны с Великобританией. Да? Капитан Немо и его корабль, да, и его команда воплощает в себе тоже некий социальный идеал, да, идеал справедливости, равенства, там, братства и так далее. И поэтому, и именно поэтому появление Атлантиды как тоже одного из образов вот, утраченного совершенства здесь и возникает. Повторюсь, он здесь возникает уже в том виде, в каком Атлантида воспринимается вот таким как бы культурным, бессознательным Европы постренессансного там, или в данном случае нового времени. То есть там уже никто не читал Тимея и Крития Платона, никто уже не понял, что Атлантида на самом деле это как бы отрицательный образец. Для всех Атлантида есть уже просто образ некого технологического, там, экономического, социального могущества, который был когда-то в прошлом утрачен. Значит, что тут еще тоже принципиально важно вообще для разговора об утопии и утопическом мышлении как таковом, это то, что для утопического воображения очень важен как бы геометрический, что ли, характер. Я об этом тоже еще буду говорить. Вот мы уже видели, например, да, эти изображения Атлантиды. Тоже и Платон очень подробно, да, детально описывает не только, так сказать, принципы социальной организации в Атлантиде, но и то, как она просто устроена, как там, значит, вот все это пространство расчерчено такими как бы циркулярными кругами, как между ними располагаются симметрично прорытые каналы, как там все подчинено вот этой логике такой идеальной и строгой геометрии, одновременно логике числа. Ну, про
как бы теорию чисел там, от пифагорейцев до Платона мы сейчас говорить не будем, это отдельная история, но понятно, что тоже за числом кроется фундаментальный философский смысл, который здесь тоже проецируется в пространство социального идеала. То есть все очень как бы четко и геометрически расчерчено, сходясь к тоже, почему это круг, и потом мы этот круг найдем и у Томаса Мора, и у Кампанеллы, и в там, идеальных городах эпохи Ренессанса, он весь сходится к центральной точке, в которой ну, как бы располагается там, храм, или дворец, или какая-то наблюдательная башня, или библиотека, или там, городской совет, то есть то место, в котором сосредоточено знание, либо в виде книг, там как в библиотеке, либо в виде мудрецов, да, как в ситуации там, какого-нибудь городского совета. И вот из этой точки совершается вот это вот сквозное наблюдение, сквозной контроль над тем пространством, которое вот организовано вокруг этого центра. Да. Это тоже такой, ведь мы с ним неоднократно сталкивались, сквозной мотив критики утопии, который состоит в чем? И тоже, почему, например, да, во второй половине, ну вообще, да, в 20 веке утопия утрачивает свои, ну как бы, культурные и социально-политические позиции, поскольку она критикуется как такой тип мышления, который подчиняет общество не просто какому-то воображаемому идеалу, а тотальному контролю. Да? В утопии регламентировано все. Да, абсолютно все. Вот от расположения домов до там, принципа спаривания у животных. Я уже не говорю о, так сказать, сексуальных контактах между людьми. Все подчинено строгому порядку. Вот у Платона уже в его государстве, тут мы переходим к другому утопическому проекту, тоже в центре, как мы знаем, располагается, ну, правителем является философ. Да? Это идеальное государство Платона, это государство, во главе которого находится философ, мудрец, как бы знающий. Да? Тот, который обладает знанием об общем благе, которое и заключается в неком справедливом и истинном распределении людей согласно их изначальной природе. Да, вот Платон разделяет, членит, да, структуру общества на несколько когорт, да, на несколько страт. Во главе, да, стоит философ или философы, есть стражи, да, есть там, христиане и ремесленники. И Платон даже как бы артикулирует такую, ну, мифологическую историю о том, что за каждой из этих социальных когорт есть как бы укорененность людей в как бы их распределение согласно принадлежности к определенным металлам, там, золото, вот это всеобщее благо и благополучие и счастье, в котором пребывают граждане этого идеального государства, идеального полиса, состоит в том, что благодаря вот этому знанию, которое исходит от лица правителя-философа, каждый человек находится на том месте, которое ему предопределено его природой. Да, вот это вот, ну, как сейчас бы мы сказали, да, это такая как бы очень такая как бы строгая политика идентичности, которая смотрит на человека как носителя, опять же, вот такой строго определенной природы, которой он и должен соответствовать. Да? Если ты как бы рожден ремесленником, значит, ты должен быть ремесленником. Если ты рожден стражем, воином, значит, ты и должен занимать это место. Тебе это знать не дано, но это дано знать правителю. Почему это дано знать правителю? Потому что правителем является философ. Тут еще что, ну, тоже как бы любопытно, и я думаю, не случайно, что вот этот знаменитый платоновский миф о
пещере, в которой, в котором Платон как бы артикулирует свою модель познания, этот миф о пещере появляется именно в диалоге государства. И таким образом текст, посвященный идеальному полису, оказывается и текстом о том, каким образом философ способен познавать истину. То есть вот мир этих не подлежащих становлению, не подлежащих какому-то изменению, каким-то трансформациям идей. И вот таким образом утопия Платона оказывается ответом на вопрос о том, каким образом может быть преодолен разрыв между, ну, как бы миром идей, которые не знают изменений, да, где каждая как бы идея тождественна самой себе, и миром реальности, где все пребывает в постоянном становлении, в постоянном изменении, где мы не можем познать истину просто потому, что вещи вокруг нас пребывают в неком перманентном процессе изменений и становления. Вот образ идеального государства, который рисует Платон, это образ социальной реальности, которая бы застыла в этом идеальном соответствии с миром неизменных идей. Это вот такой как бы образ, получается, некоторый оксюморон, да, идеальной реальности, где реальность и идеал оказались, ну, как бы сплюснуты в одной плоскости, и сплюснуты они оказались потому, что во главе этого государства стоит философ. Иную картину того, как мы можем помыслить себе идеальный город, мы можем найти уже в эпоху поздней античности, да, если Платон – это такая высокая, классическая античность, то блаженный Августин, который, среди прочего, написал трактат о Граде Божьем, да, в начале, в первой трети V века, принадлежит к поздней античности, вот являясь такой фигурой переходной от античной философии, в том числе платонизма, философии Платона, к христианству. Да, как мы знаем, Августин был епископом североафриканского города Гиппон. И вот он пишет этот трактат после того, как Рим взяли вестготы. После того, как Рим, который тоже, конечно, претендовал на, так сказать, вот этот вот статус города и мира, да, urbi et orbi, который претендовал тоже на вот некую вот эту идеальную тотальность, на некое как бы такой идеал, унаследованный вот от той самой там платоновской Атлантиды, например, оказался разрушен. Да? И вот трактат Августина, он, ну, выполняет, что ли, компенсаторную такую функцию, указывая на то, что град земной, он в принципе подвержен катастрофизму, разрушению, катаклизму. Ну, то есть, как бы история всегда в этом смысле носит катастрофический характер. Да? Град земной, каким бы величественным и могущественным он ни был, рано или поздно будет разрушен. И вот Рим тому прекрасный пример, который могут наблюдать и сам Августин, и его читатели. В отличие от града Божьего, который... Естественно, что это все инструментовано и аргументировано иначе, чем у Платона, где этот мир идей, он не связан с фигурой Творца, да, как в христианстве, но в каком-то смысле типологически мысль Августина, в общем-то, сопоставима с мыслью Платона, да, потому что град Божий, который возникает в мышлении, в воображении Августина, это тоже
град, который не подвержен изменению, потому что он находится как бы по ту сторону земного мира, да, по ту сторону земного мира с той историей, то есть с той историей бесконечных изменений, взлетов и падений, которыми наполнена вот та реальность, в которой человек находится во время своего земного существования. Да? И вот достичь, соответственно, идеала вот этого вневременного, связанного с вечностью, можно с точки зрения Августина уже только перешагнув, да, вот эту границу, отделяющую град земной от града небесного или града Божьего. Прообразом этого града Божьего на земле является церковь естественным образом. При этом Августин, ну, мы об этом еще, наверное, успеем сказать несколько слов, Августин отрицательно относится к тем течениям в раннем христианстве, которые говорят о том, что Царство Божие может быть установлено на земле. Впоследствии, вот уже в эпоху там, позднего Средневековья, предреформации и реформации, вот это представление о Царстве Божьем на земле будет известно под именами хилиазма или миллинаризма. То есть в зависимости от того, с греческого или с латинского языка мы переводим слово «тысячелетие», да, получается или хилиазм, или миллинаризм. То есть вот то тысячелетнее царство на земле, которое наступит в преддверии страшного суда. Теперь давайте от вот таких первых как бы текстов, в которых воплотилось, ну, непосредственно воплотилось утопическое мышление, давайте перейдем к, ну, как бы попыткам сформулировать сами принципы утопического мышления. Наверное, одно из наиболее авторитетных работ, в которых вот как бы философская, социальная составляющая утопического мышления была схвачена, является работа, ну, немецкого, австрийского, а потом английского, преподавшего в Лондоне, социального философа Карла Мангейма, который в 1929 году написал книгу под названием «Идеология и утопия». И вот в ней, наверное, сформулирована на наиболее, как я уже сказал, такая одновременно и понятная, и максимально широкая рамка того, как мы можем понимать, что такое утопическое мышление. Ну, собственно, уже из самого названия следует, что вот Мангейм различает утопию и идеологию, но при этом определяет их как бы друг через друга, противопоставляя и то, и другое, ну, тому, что он обозначает как некие адекватные представления о реальности, либо саму социальную реальность. Значит, смотрите, согласно логике Мангейма, утопическое мышление, утопия представляет собой некую систему представлений, которая не соответствует той реальности, которой она, собственно, и противостоит. Да? Вот утопическое мышление ориентируется на некие принципы и идеалы, которые внутри социальной, там, культурной, политической реальности, в которой находится вот утопист, да, автор этого проекта, не находятся, да, они отличаются от этой реальности. Но надо сказать, что то же самое Мангейм говорит и в отношении идеологии. Да, идеология – это тоже некая ценностная система,
принципы которой тоже не соответствуют реальности. Но в чем же между ними фундаментальное различие? Оно состоит в том, что утопическое мышление, не совпадая с реальностью, носит, ну, как бы такой императивно такой исторический прогрессистский характер. Да? Утопическое мышление выстраивает некий идеал, который не соответствует реальности, но к которому это утопическое мышление призывает двигаться. Да? В этом смысле вектор утопии, как я уже говорил в самом начале, как, собственно, ну, я думаю, любой на уровне какого-то обыденного знания так себе и представит, да, утопическое мышление призывает в будущее, да, вот к чему-то иному, к чему нужно двигаться, отталкиваясь от той реальности, которая нас не устраивает. Идеологическая идеология, да, и вот та система ценностей, которую Мангейм определяет через это понятие, наоборот, смотрите, тут как бы замечательная уловка, это система, которая тоже не соответствует реальности, однако призывает эту реальность не изменить, а наоборот воспроизводить. Да, то есть, если утопия обосновывает необходимость изменения, идеология обосновывает необходимость воспроизводства существующего статус-кво. И та система ценностей не соответствует реальности, только одна направлена на изменение, а другая на удержание. На удержание вот того существующего порядка. В этом смысле идеология, ну, просто позволяет, ну, как бы оправдать и легитимировать, да, то положение дел, в котором мы находимся. Сделать его более приемлемым. Объяснить его таким образом, чтобы оно, несмотря на то, что на каком-то вот повседневном уровне, на уровне здравого смысла, на уровне обыденного опыта нас не устраивает, но через систему ценностей, которую мы, так сказать, инкорпорируем в свое сознание через идеологию, мы понимаем, почему мир устроен таким образом, понимаем, что он устроен, тем не менее, на каких-то разумных началах, и вообще он, собственно, таков, да, и ничего мы с этим сделать не можем. И вот таким образом, разделив утопию и идеологию, Мангейм говорит о том, что, как ни странно, утопия ближе к реальности, чем идеология. Потому что вот те идеалы, которые возникают в сознании утописта, могут быть воплощены в реальности. Да? А система ценностей, которая структурирует идеологию, в принципе, в реальности невоплотима. На этом, собственно, и строится та, ну, как бы логика, тот функционал, который позволяет идеологии поддерживать существующее положение дел, его не меняя. Да, но что интересно, что, ну, как бы нетрудно заметить, что вот это различие между утопией и идеологией у Мангейма носит диалектический характер. Да? Что в данном случае означает диалектический? Предполагающий возможность взаимного перехода. Значит, да, Мангейм говорит следующее. Вот то, что является утопией сегодня, может стать реальностью завтра. Ну, то есть в том случае, если этот утопический идеал будет воплощен в социальной реальности. Мангейм на этом ставит точку, но его несложно продолжить. Значит, то, что является утопией сегодня, может стать реальностью завтра и превратиться в идеологию послезавтра. Да, то есть снова оказаться тем, что с реальностью не связано, но поддерживает ее в качестве, ну, как бы справедливого и удовлетворяющего всех образца. То есть утопия тоже может превратиться в систему, которая легитимирует существующее положение дел, даже если существующее положение дел не соответствует никакому идеалу справедливости и общего блага.
Еще одним, да, вот, ну, как бы это вот одно из таких базовых противопоставлений, которые позволяют, ну, как бы ухватить специфику утопического мышления. Еще одним, как бы тоже моментом, который позволяет это сделать, является развлечение, вот о котором я уже указал, когда проводил границу между Платоном и Блаженным Августином. Это развлечение между, ну, вот условно, таким религиозным или мистическим утопизмом и утопизмом рациональным. Ну, собственно, первая категория утопической в строгом смысле слова не является, в том смысле слова, в каком мы говорим об утопии, опираясь вот на ту традицию, которая сложилась в эпоху раннего нового времени, ну, вот в эпоху Ренессанса у Томаса Мора, Кампанелла, там, Дони, Бэкона и так далее. В чем здесь принципиальное различие? Первое, скорее, стоит связывать не с утопическим воображением, а с воображением эсхатологическим, то есть с воображением, которое исходит из идеи финальности истории и, самое главное, из того, что вот этот новый мир, неважно, будет ли он обретен в этом Божьем граде, да, по ту сторону человеческого существования, по ту сторону человеческой истории, или по эту, как в случае с миллинаризмом, да, и хилиазмом, о которых я уже говорил, которые предполагают вот это тысячелетнее царство Божие на земле. В любом случае, субъектом построения этого Божьего града, этого Божьего царства, является не человек, а Бог, да, творец, некий сверхчеловеческий разум. Да. То есть человек здесь оказывается не активным субъектом построения этого нового мира, да, а тем, что претерпевает, да, является объектом приложения неких внешних по отношению к нему сил. Даже если сам этот, так сказать, вот, человек является вроде бы активным участником каких-то исторических событий. Да? Мы, например, можем вспомнить такие примеры из европейской истории, где эти мистические миллинаристские идеи оказывались важным движущим фактором вот, исторических событий. Да? Мы можем вспомнить, например, вот, предреформацию, фигуру Яна Гуса и его наиболее таких радикальных сторонников, которые остались в истории под именем таборитов по тому, опять же, идеальному, хотя, конечно, в действительности очень далекому от каких бы то ни было идеалов, городу, поселению, которое они основали в Богемии, которое получило название Табор, да, или Табор, естественно, с референцией к горе Фавор в Палестине, где, да, где как бы впервые произошло преображение Христа, да, где он впервые проявил свою божественную природу, которая, да, вот сквозь его человеческую природу именно там впервые проявилась. Или мы можем вспомнить уже реформацию, и вот, например, тоже наиболее радикальное проявление реформации движения анабаптистов и прежде всего фигуру Томаса Мюнцера, который в немецком городе Мюнстер как бы тоже попытался создать вот эту идеальную общину, воспроизводящую его представление о граде небесном, граде Божьем. Но вот смотрите, да, и все это, ну, вроде бы чрезвычайно такие как бы активные, страстные люди. Но каков мотор, да, какова энергия их, их активных действий, да, вот их такой исторической энергии и страсти. Замечательная, в этом смысле очень симптоматичная, красноречивая
фраза уже упомянутого мною Томаса Мюнцера, который говорит: «Бог во мне, и Бог направляет мой меч». Да? Соответственно, вот в этом утверждении мы видим, что реальным субъектом действия оказывается не человек, да, не реальный проповедник Томас Мюнцер, а Бог, который в него вселился и который управляет его действиями. То есть на самом деле активным субъектом этого движения к Царству Божию является Творец, а не человек, который является всего лишь медиумом, да, посредником, инструментом в его руках. И совершенно другая история в случае вот с той строго понимаемой утопии, которую вот мы можем отчитывать, неважно, от Платона или от Томаса Мора, от Кампанеллы. И у Кампанеллы, значит, доминиканского монаха, который жил на юге Италии, там родился в Калабрии, там же и прошло его становление в качестве ученого, богослова, увлекавшегося также и астрологией, что несложно заметить по его тексту «Город» или «Государство Солнца», который, кстати, Кампанелла написал в тюрьме. Так вот, в этом тексте «Город Солнца» мы можем прочитать фразу, которая, ну, которую как бы сразу ставит, ну, как бы расставляет все акценты. Да? В случае с Мюнцером это «Бог во мне, и Бог направляет мой меч». А в случае с Кампанеллой, цитирую его книгу, «Учреждение нашей республики не есть дело рук Божьих, но есть плод счастливой находки человеческого разума и философии». Да? Ну вот, собственно, вот та принципиальная граница, которая разделяет ну, вот этот мистический утопизм или миллинаризм от утопии, которая есть результат работы человеческого разума, который осознает, что именно человек является тем субъектом, который и находится в центре построения этого социального идеала. Да? Значит, не есть дело рук Божьих, но есть плод человеческого разума и философии. Тоже очень характерно то, что утопия появляется, ну вот, как бы, ну да, на закате эпохи Ренессанса, и сама эта историческая эпоха и со своим, ну, каким-то тоже таким направленным в будущее пафосом свершений, конечно, очень многое дала для принципов утопического мышления, но не только в этом. Смотрите, тут сразу несколько моментов. Конечно, очень важным является то, что эта эпоха, ну, как бы совпадает, да, или переходит в эпоху великих географических открытий, которые не просто расширили, так сказать, пространство знания европейцев о том, как, так сказать, географически устроен мир, но и познакомило, ну, как бы европейскую культуру с разными другими типами социальной организации. Да, если перед этим мы имеем некий просто вот христианский мир, где вот град земной является просто, ну, как бы плохой испорченной копией града небесного, да, то эпоха великих географических открытий дает понимание того, что человеческие общества организованы различным образом. И из этого неизбежный логический вывод о том, что, значит, если есть уже как бы множество принципов организации социальной, значит, мы можем создать какие-то новые принципы этой социальной организации. Это первый момент. Второй момент, ну, он такой носит скорее
ну да, такой социокультурный характер, это вот тоже такая одержимость, особенно итальянского ренессанса, проектами идеальных городов. Вот тоже, я думаю, что многие из вас, ну как-то себе представляющие итальянскую живопись эпохи ренессанса, знакомы с многочисленными изображениями таких идеальных городских пространств, где, в том числе тоже это открытие прямой перспективы, позволяет вообразить вот эти как бы идеально расчерченные улицы и площади, которые из некого единого центра распространяются к периферии, задавая вот геометрически, архитектурно, задавая модель некой правильной и рациональной организации не только пространства физического, но и пространства социального. Вот тоже несколько примеров. Вот, например, да, здесь мы видим модель идеального города Альберти, одного из итальянских, ну, теоретиков и практиков архитектуры, да, вот как бы некая звезда, вписанная в круг, да, или вот идеальный город Фра Джаконда. Опять, да, вот это абсолютно правильная геометрическая организация пространства, где есть круг и некие радиально расходящиеся лучами улицы, смыкающиеся в центре, в данном случае у храма, да, или вот еще несколько планов идеальных городов, где мы имеем вот либо звезды, да, либо восьмиугольники, либо круги. Конечно, тут помимо вот этой, ну, как бы грезы и мечты о том, чтобы правильно организовать пространство, есть еще и, ну, как бы чисто фортификационные, да, конечно же, принципы построения городских стен, которые просто, то есть за всем этим, конечно же, стоит еще и то, что это уже городские стены, крепостные стены, которые возведены с учетом изобретения пороха и артиллерии. Да? И, конечно, тут тоже вот этот такой прагматический момент нельзя сбрасывать со счетов. Но одновременно с этим у этих проектов идеальных городов есть и момент вот этого пафоса подчинения природы разуму, да, рациональности. А каким образом эта рациональность себя проявляет в физическом пространстве? Через правильные геометрические формы. И плюс, но я об этом уже говорил, вот эта вот там восьмигранная, звездообразная или кругообразная структура с радиусами, которые сходятся к одному центру, еще и реализуют, ну как бы пространственно реализуют идею контроля, вот того, что потом уже в 18 веке у там французского как бы и мыслителя, и архитектора, и Иеремии Бентама, да, воплотиться в образе паноптикона, да, вот такой структуры, в центре которой находится башня, из которой осуществляется вот тотальный контроль, и главное, что пространство становится обозримым из этого центра. Да, вот многим, я думаю, известный, да, французский философ Мишель Фуко потом в своей книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», вот он сделает этот образ паноптикона, то есть структуры всевидения, да, вот этого паноптизма, одну из центральных метафор вообще той рациональности, которая характерна для эпохи нового времени, для эпохи модерна. В общем-то, эта идея паноптизма, паноптикона, она восходит на самом деле к проектам идеальных государств, идеальных городов еще эпохи античности. Да? Вот эта же идея просто без акцента на этом всевидении может быть найдена и в образе Атлантиды у Платона, и в его проекте идеального города, во главе которой стоит философ, который, ну, в каком-то метафорическом смысле тоже находится в центре и тоже обозревает тот полис, который ему подчинен. И у Кампанеллы, и у
и у Томаса Мора. Еще вот, коли мы тут вернулись к Мору, тут любопытный как бы тоже момент, который связан с тем, что утопия в европейской культуре неразрывно оказывается связанной с литературой. Да? Так что мы даже, собственно, часто, когда мы говорим об утопии, мы добавляем определение или эпитет литературное. Вот это вот литературная и утопия или литература и утопия – это не некая случайная связка, где литература предстает просто как один из возможных форм, одна из возможных форм существования и воплощения утопического мышления. Утопия ведь, в отличие от там, научного, философского или политического трактата, который тоже мог бы являться возможной формой артикуляции неких представлений об идеальном городе, там, идеальном государстве, идеальном обществе. Но литература что тут дает утопии? Утопия ведь предъявляет этот социальный идеал как уже реализованный. Да? Как бы в трактате мы просто артикулируем некие принципы, которые было бы здорово положить в основание там, не знаю, вот будущего социостроительства. А утопия, чем отличается вот от этой модальности, когда мы просто артикулируем свой идеал, она отличается тем, что она его уже показывает в качестве, как бы вот, как бы такого, как сказал бы тут Хайдеггер, дазайн, вот бытия, да, вот она, уже воплощенная идеальная конструкция. И, конечно, литература с ее, так сказать, принципом условности приходит здесь на помощь утопическому воображению. И, ну, как жанр, если мы сейчас уже от принципов мышления перейдем к, так сказать, принципам жанровым утопии, то в таких классических, ну и даже в большинстве своих образцов утопия будет построена на такой имитации того, что это не текст, написанный, так сказать, автором, да, а автор есть просто издатель неких писем или заметок, которые к нему попали, и автором которых является какой-нибудь моряк, попавший в там, кораблекрушение, спасшийся на берегах какого-то далекого вот, острова Утопия, да, или просто во время своего плавания оказался занесенным к этим далеким берегам. Или это, например, иногда это мотивируется не через путешествие, хотя вот классические утопии раннего нового времени, поскольку они действительно во многом есть реакция на эти великие географические открытия, они, как правило, выстроены все-таки вплоть до XVIII века на мотиве морского путешествия и вот столкновения с какими-то далекими островами. Потом уже в XIX веке это часто будет тоже путешествие, ну, например, к другим планетам, Луна, там, Венера, Марс, да, значит, просто за пределы Земли, либо это будет путешествие не в пространстве, а во времени, да, которое в данном случае вот далекие земли, далекие времена, в которые мы с помощью машины времени отправляемся, либо в каком-то сомнамбулическом гипнотическом состоянии. В общем-то, тут время и пространство, далекое время, далекое пространство, эквиваленты друг другу. Да? Это просто возможность помыслить и представить себе нечто, нечто иное. Тут что любопытно, что не с самого начала вот эта вот жанровая конвенция, которую использовали авторы литературных утопий, правильно прочитывалась публикой, вот, поскольку некоторые читатели всерьез воспринимали вот эту игру с как бы публикацией реальных записок, реальных писем, дневников, в виде которых представали эти первые утопические тексты. Есть одна, ну, такая действительно симпатичная и забавная история, абсолютно реальная,
сохранилось письмо одного провинциального английского викария, да, священника сельского 17 уже века, который обращается к своему епископу с письмом, в котором содержится просьба о том, чтобы тот предоставил ему приход на вот том недавно открытом острове Утопия, о котором он прочитал в книге Томаса Мора. То есть он как бы жалуется на своих прихожан, безбожных, скупых и безнравственных, и в качестве идеальных прихожан видит вот тех граждан и горожан, о которых он прочитал в книге Томаса Мора. При том, что сам нарратив, который выстраивает Томас Мор, он полон, конечно же, намеков на то, что перед нами нереальные записки моряка, а некий как бы вымышленный образ идеального общества этого острова, ну, собственно, начиная с самого названия. Поэтому утопия, да, значит, место, которого нет. На этом острове, например, протекает река Анидр, в переводе с греческого «безводная». Есть страна Ахория, то есть страна, которой как бы нет, Ахор, да, как бы тоже вот площадь, которой нет. Значит, имя самого путешественника Гетладей тоже образовано от греческого корня, который означает там вздор или пустая болтовня. То есть, в общем, утопия, ну, вот утопический текст, конечно, намекает читателю на то, что перед нами именно плод воображения, перед нами некое социальное конструирование, социальное как бы инженерия, да, но вот, которая ну, не имеет непосредственной связи с реальностью. Надо сказать, что ну, отдельный, тут я совсем бегло коснусь этого сюжета, отдельный сюжет представляет собой, например, русская литературная утопия 18-го, там, первой половины 19 века, она очень забавным образом отличается от европейской утопии. В европейской утопии там 16-18, ну там 19 веков, все-таки вот этому этой артикуляции идеала предшествует, ну или в него инкорпорирована критика того общества, внутри которого находится автор. Да, то есть в утопии, безусловно, содержится этот критический компонент. Мы описываем идеал. Почему? Потому что мы не находим его в той социальной реальности, внутри которой мы находимся. И утопия предъявляет себя в качестве результата некого радикального исторического разрыва. Там, утопия часто говорит о каком-то вот законодатели, правители в прошлом, который совершил некое там сверхусилие, вот с него-то и начинается вот это утопическое, так сказать, благополучие, в котором пребывают вот жители этой идеальной страны здесь и сейчас. А вот, так сказать, послепетровская утопия 18-го, первой половины 19 века по большей части эту критику не содержит. Она воспринимает сами петровские реформы как тот утопический радикальный исторический разрыв, который уже и был совершен в истории России. То есть она воспринимает вот это вот русская утопия, по крайней мере, вот первые 100 лет своего существования, она воспринимает послепетровскую Россию как уже реализованную утопию, как уже результат неких радикальных преобразований, в центре которых был действительно вот, как бы сильная фигура, да, фигура царя-преобразователя, царя-реформатора. Кстати, очень характерное обращение одного из авторов такой утопии, такой Петр Гелеровский, который начинает свое повествование с обращения к Платону. Ну, понятно, он обращается к Платону как к основателю традиции утопической. И что он пишет?
Это сочинение, которое называется «Истинное блаженство России». Ну, в общем, комментариев особенных это название не требует. И вот он обращается к Платону. Он говорит: «О божественный ученик мудрейшего Сократа! Счастливое общество, о котором ты когда-то мечтал, теперь существует. Это Россия». Ну и все. И, собственно, как бы дальше описывается современная Россия в образе вот этого идеального утопического государства. На этом основан вот все как бы панегирики и оды той эпохи, но и литературные утопии, которые мало чем отличаются от панегириков. Они рисуют некую вымышленную страну, но в этой вымышленной стране очень легко узнать реальную, например, Россию эпохи Екатерины II. Правда, там есть одно примечательное исключение из этого правила. Это сочинение князя Михаила Михайловича Щербатова, который в 80-е годы 18 века написал такой очень развернутый текст, который назывался «Путешествие в землю Афирскую господина С. шведского дворянина». Вот в этом тексте Щербатов как раз критикует и современную, ну как бы завуалированно он критикует, то есть он описывает там некую вымышленную страну, но в ее истории легко узнаются события вот недавнего прошлого из эпохи Петра и Екатерины, и в этом тексте Щербатов как раз рисует вот эту счастливую землю Афирскую как страну, которая прошла тот период преобразований, который прошла и послепетровская Россия, но эти преобразования как бы носили ложный характер, и вот эта Афирия вернулась к своему традиционному, ну как в этом смысле, допетровскому существованию. Там, например, очень прозрачно тоже зашифрованы имена городов, там, например, есть город Перегаб, который основал император Перега, ну несложно узнать в этом Петербург и Петра. И есть древняя столица Квамо, в которой несложно угадать анаграмму имени Москвы. И вот благополучие той Афирии, в которую попадает этот господин С, шведский дворянин, связано с тем, что они в какой-то момент отказались от тех реформ, которые проводил император Перега, который основал новую столицу у моря под названием Перегаб, и снова вернули столицу в древний город Квамо, находящийся в центре государства, и вот зажили, вернулись к старым, значит, традициям и зажили, что называется, долго, долго и счастливо. Вот. У нас остается уже немного времени, и я, наверное, собственно, завершу, вернувшись к началу, да, к тому, ну, как бы к диагнозу, который я, ну, вслед за, естественно, да, за современными политическими, социальными теоретиками и поставил вот тому положению, в котором существует ныне утопия и вообще сама мысль о будущем. Вот, во-первых, да, и мы прекрасно это знаем, на протяжении 20 века особой популярностью, да, жанр утопии не пользовался. Скорее на ее место пришла антиутопия. Да? Антиутопия, которая как раз и предъявляла утопическое мышление в качестве мышления, ну, там, авторитарного или тоталитарного, построенного на вот этом, на этой идее контроля и мелочной регламентации всех сторон человеческой жизни. Вот это вот стремление утопии к тотальному совершенству мыслилось, ну, в итоге синонимично по отношению к, например, тоталитаризму, да, как тоже созданию некого насквозь организованного единым образом общества, подчиненного неким сквозным принципам. Это с одной стороны. И, там, скажем, вот если говорить о российском контексте, вот эпоха перестройки,
с ее как раз невероятным интересом к там, антиутопии Замятина «Мы», к роману Олдоса Хаксли «Brave New World», да, значит, «О дивный новый мир», естественно, к утопии Оруэлла 1984, вообще как бы указывало, что вот смотрите, вот утопия воплотилась в виде советского тоталитарного проекта, мы все знаем, к чему это привело, то есть в конце концов вот утопия с этой своей вот этой идеальной структурой в конце концов превращается в тюрьму. Да, как это, например, показал и Фуко на примере бентомовского паноптикона. Вот. Затем, ну, если мы смотрим на, там, например, вот события 89-го, там, 91-го годов, падение Берлинской стены, исчезновение того деления мира там, на первый, второй и третий мир, который был связан с борьбой между двумя системами, привело к тому, что пространство, да, ну, мы знаем, да, пространство стало глобальным, но оно стало не только глобальным, оно стало гомогенным. Но с определенной степенью, как бы, естественно, натяжки и допущения. Тем не менее, да, вот этого момента перехода границы между, там, например, первым и вторым миром, между миром социализма и миром капитала, миром капитализма, вот это вот все исчезло. Дальше мы можем вспомнить про известную работу Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», который тоже как бы вынес вот в конце 80-х годов этот диагноз о том, что в связи с полной победой идеологии либерализма над, например, социализмом и консерватизмом, мы имеем остановку истории, потому что история – это борьба различных идеологий. Здесь мы имеем победу одной из них. Собственно, вот история завершилась в самой идее свободного рынка, глобального пространства, и, соответственно, ничего иного помыслить мы уже не можем просто потому, что все теперь подчинено неким единым принципам. И вот мне кажется, что если не вдаваться в детали, ну, у нас на это просто уже и нет времени, это могло бы стать предметом такой отдельной совершенно лекции о том, какие мы имеем, ну, так сказать, проекты вот утопического мышления сейчас, в некую, так сказать, постисторическую и постутопическую одновременно эпоху, там ретрофутуризм, ретротопия, там стимпанк, например, да, это тоже одна из версий этого утопического мышления, попытка вернуться в общество эпохи паровой машины, да, стим, да, значит, парового котла. Ну вот, и попытаться придумать некое альтернативное будущее, которое могло бы вырасти на этой цивилизации парового котла, а не на цивилизации электричества, например, которая вытеснила паровой котел на рубеже 19-20, ну там уже в конце 19-го, по сути, века. Но вот если, да, вот это вот все сейчас оставить за скобками, так же, как и там, скажем, философское направление акселерационизма, постгуманизма, там, плоских онтологий и так далее. Это, в общем, очень как бы разнообразный как бы идейный ландшафт, который вот сейчас организует интеллектуальную сцену последних десятилетий, то вот что в самом общем и целом можно сказать, что вот эта вот утопия, как место которого нет, в современном мире действительно не хватает. И утопии не хватает как не как некого определенного проекта, который был бы предъявлен в качестве действенной альтернативы тому, что существует. Утопии не хватает как вот не как проекта, а как горизонта. Как горизонта, позволяющего помыслить нечто иное по отношению к тому, что есть здесь и сейчас. Да? То есть вот мы исходим из того, что это здесь и сейчас нас по многим причинам не устраивает. Там социальное неравенство растет, экологическая обстановка ухудшается, политические режимы скатываются к
какому-то консервативному, популистскому, традиционалистскому, там, олигархическому принципу. Но вот эта вот ситуация рынка и глобального пространства в значительной степени затрудняет нам вот этот вот принцип утопии или принцип надежды, о котором я говорил в самом начале, вот этот вот горизонт иного, с которым мы могли бы постоянно соотносить наш повседневный опыт, не рассматривая его в качестве единственно возможного. Вот в чем действительно заключалась на протяжении тысячелетий позитивная роль утопии, это то, что она позволяла смотреть на, ну, как бы на настоящее, вот на этот самый повседневный социальный опыт, как на лишь одну из возможностей, которой может противостоять какая-то другая возможность, да? Какой-то другой принцип человеческого существования. Вот проблема современности состоит в том, что нам очень сложно вообразить какое-то другое будущее, кроме лишь какой-то количественно измененной версии настоящего. Да, что все будет точно так же, только хуже. Да. Вот, отсюда и вот тут я уже точно возвращаюсь к самому началу, отсюда и такой интерес к этим эпохам, которые были пронизаны утопизмом. Отсюда такой интерес к авангарду, конструктивизму, вообще к утопическому модернизму. Ну вот, при всем том, что мы знаем, что эта история, ну, как бы кончилась не очень хорошо. Да, по большому счету, ну вот, например, как тот дирижабль, который находится в манеже, ну, это дирижабль, построенный Лебу, ну вот, и который отсылает нас к, с одной стороны, к этой идее модернистской освоения воздушной стихии, вообще воздухоплаванию, выходу за пределы как бы человеческих возможностей, подчинению природы и так далее, и так далее. А при этом, вот в данном случае мы знаем эту историю самого большого и, так сказать, амбициозного дирижабля Гинденбург, который в одночасье вспыхнул и сгорел, как и то утопическое воображение, те как бы надежды, тот энтузиазм, во многом оказавшийся наивным, который мы, как бы к опыту которого мы вот можем сейчас вернуться, повторюсь, зная уже о том, как эта история завершилась. Но, может быть, вернувшись к этому истоку, мы можем затем пойти в каком-то другом направлении, нежели то, в котором история пошла тогда, там, 90 лет назад. Хорошо, все, на этом тогда я заканчиваю, и у нас остается там, ну, как бы немного времени, но если у вас будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Так. Да, ну вам тоже спасибо, но повторюсь, вот если все же кто-то, кто-то бы хотел что-то уточнить или спросить о том, что я не упомянул, а естественно я не упомянул о массе вещей, о которых можно было бы поговорить подробнее, то опять же я готов. Вот. Так. Да, ну вот, давайте заканчивать. Да. Ну, со своей стороны тоже всем спасибо. Хотя, конечно, что греха таить, в ситуации, когда мы бы с вами располагались в этом теперь уже немного архаичном, да, трехмерном физическом пространстве, находясь вот в манеже и глядя друг другу в лицо, но вот, я думаю, всем, может быть, было бы проще. Так что тоже вот по поводу этой вот
там, утопии какого-то другого будущего, которое я не уверен, что оно лучше, чем настоящее. Вот мы с вами сейчас в нем и находимся, оказавшись вот в этом пространстве каких-то цифровых потоков, электрических сигналов, волн мобильной связи, которые и соединяют как бы вот какие-то наши изображения в нечто целое. Вот. Хорошо, ну тогда тоже еще раз спасибо всем и все на выставку Либул. Ну вот, то есть все в реальное трехмерное пространство, полное звуков, запахов, острых углов. Вот. Всего доброго.